Приветствую, друзья. Если вам нужно собрать анализы мочи, то в аптеке есть специально для этого мочеприемник. Вот так он клеится. Стоит он 16 рублей. Клеится на половые органы, универсальный. И наклеили, теперь ждите, когда ваш малыш пописает. Потом все это содержимое можно вылить в баночку для мочи. Ну вот мы наклеили, теперь сидим, ждем. И теперь все это содержимое выливаем в баночку для анализов. Хватает 15-20 миллилитров для анализа. Вот и все. И не надо с памперса соскребать. Все, готово.